Те колодки, которые у Зендена, у моделей, они полностью отработаны, уже на проверенной колодке с натуральным материалом, именно с комфортным материалом. Те колодки, которые идут в мейнстрим и так далее, наши технологи максимально сейчас отдают себе отчет, что с ними делать. Они прям очень тщательно, каждый раз после отборки эти модели промеряют, постоянно их где-то доделывают, если мы понимаем, что модель не подходит. С плохими силуэтами, значит, мы ее не берем. Хоть это будет с капсулами, на 100% мы будем также делать комбинации капсул. Почему? Потому что это увеличение среднего чека в первую очередь. Во-вторых, стилистика самого направления бренда и самой торговой марки, она читается как полноценная. Конечно, да, мы будем это делать. Насколько удачно это? Удачно, если на самом деле капсула вкусная, другому сказать не могу. Если мы на самом деле сделали розовые туфли и розовую сумку, это смотрится вместе как комбинация. Очень круто, девушка встает. Зависит от того, что мы предлагаем. Хотела еще два вопроса задать. Хотела спросить вас про социальные сети. Насколько вот вы развиваете, пытаетесь работать в социальных сетях, или может мы быть нет? Мы сейчас привлекаем сторонние бренды, сторонние компании, которые нам помогают развивать данное направление. Да, мы очень плотно.